Вы знаете, и вот в этом году было 70-летие памяти Хатыни. 23 марта в 43 году были 149 жителей, из них 76 детей были заживо сожжены. И до 73 года не были установлены, значит, конкретные исполнители этого злодеяния. И вот нашему управлению, мне выпала честь найти первого этого эсэсовца, карателя Степана Васильевича Сакно. Он работал на заводе имени Фрунзе. И вот через него работали мы, и потом, значит, нам в 73 году поступил запрос. Он нам был известен, мы занимались им. И как вот я начал там, чем он обратил внимание, это там, где призывался, где родился, где чего. Пошли от этого. Ну, запрашивали мы и Белоруссию, и все. Ну, у них, ну, служил в 118-м украинском СС-батальоне. Так, а конкретной преступной деятельности на него не было. Так, вот. А потом, вот в 73-м году, поступил запрос из Гродно. Поступил опросить. Мы раньше запрашивали, что, вот, что им известно, а им не было ничего конкретного известного о его конкретной преступной деятельности. Братья не за что было. Вот. Они нас запросили допросить его по случаю расстрела старосты подпольщика и его семьи. И вот случай какой. Вот расстреляли всю семью. Дочь того старосты. Вот так очередь прошла автоматная. Жива осталась. Вот ей предъявляют на опознание. Жива. Вот наискосок прошла очередь. Вот они запросили нас, гродницы, значит, опросить его по случаю расстрела, что Сакно знает. Ну, стал я с ним разговаривать. Так, он сюда, он говорит, он стал, значит, называть там на опознание ему фотокарски проявляй, которые прислали из Белоруссии, кто, мол, принимал участие в расстреле. Он, значит, опознает каждого, опознал детали о каждом, говорил, но все фамилии перепутал, опознает Иванова, называют Петрова, говорит, все данные. И так вот думаю, нет, Степан Васильевич, тут малость переигрываешь, думаю, не договариваешь. Стал, значит, по другим эпизодам, он украинец, 30 роков минуло, хиба я помню, так, ну вот, туда-сюда, ну, не помнят, расстались. Вот, не помню, да, я, говорит, мосты охранял, склады. А вот в операции, там, когда мы делали, там уже по следам немцам проходили, не все, расстались. Но опять на следующей встрече с ним опять стал поглубже. Он, значит, демарш предпринял. Я фронтовик, председатель товарищеского суда завода, нештатный сотрудник АБХСС. Не позволю оскорблять недоверием. Буду жаловаться. Я говорю, Степан Васильевич, если считаете какую-нибудь предвзятость с моей стороны, возьмите. Я говорю, нет, возьмите. Номер телефона начальника управления круглосуточный для жалоб и заявлений. Он. Леонид Георгиевич, ну, простите, был ранен, нервы не выдержали. Вот. Я, значит, все, что от меня сделаю. Ну, а был ранен, он был ранен, потом я выяснил, он был ранен партизанами и находился в немецком госпитале. Ну вот, все сделаю. Ну, тогда он демарш не прошел, решил, так сказать, в покер со мной сыграть, не раскрываясь, прощупать
противника. Равнодушно думаю, давай сыграем. И вот руководство доложил, предприняли решение Кинаров, Хумарьянов, Кинаров, говорю, выехать с ним, поставить все точки над «и», как чего, в Белоруссию. Вот помочь белорусам в отношении этого убийцы. Ну, я в Белоруссию приехал, ехали, он перепроверялся довольно квалифицированно, доверяю ли я ему или под наружкой мы едем с ним, охраняем негласно. Так это тонко делал все. Ну, опытный мужик, так? Вот. Ну, приехали в Белоруссию, мне выделили следователя специально Виктором, вот, чтоб я занимался им и работал параллельно с их делом. Ну, я начал работать, и там материалы были, батальон принимал участие там в отношении Хатыни, я, значит, в отношении этого. И вот мы с ним и с Виктором всю Беловежскую пущу вдоль и поперек искали силы. И вот надо показывать данные, как вот там по Хатыни все такое. Да. Приезжаем, а не сходится. А раз не сходится, надо закрепить на месте преступления. А раз запротоколировать не можем, и привлечь не можем. И вот так он возил вот нас. И потом, значит, гродненцы, так это, говорят, чуть не поставили крест был на нем. Вот, а я там на совещании говорю, руководство мне предоставил карт-бланш. Сахно, говорю, он играл же с нами в отношении Хатыни. Что мы располагаем о Хатыни? Так? Вот он возил нас где угодно, только не в Хатыни. Так? А эти события. Я говорю, он проверил, на чем мы о Хатыни располагаем. Я говорю, не увезу в Сахно, пока в Хатыни с ним не доиграю. В покер. Вот, ну что. Ну, а Гродненцев, сроки поджимают, следствие. Так. А о Хатыни ничего нет. Так. Вот. И вот они, значит, решили крест поставить. Вот. Вот. А я говорю, что не уеду. А что о Хатыни? О Хатыни? О Хатыни. Вот документ немецкий, трофейный, совершенно секретный. Гибицкомиссар СС Плещеницы, Плещенского района. Доклад. Доклад. Вот дословно привожу из этого документа. Хатынь. Жители заблаговременно покинули деревню. Партизаны вели огонь с каждого дома. Пришлось применить артиллерию. И точка. Вот. Вот такие данные. Поэтому, а сроки поджимают, что нет. Ну и вот Сахно давал, придерживался тактики такой. Давал показания на других, на лиц, которых мы не могли установить, или которого не было в живых, или нет. А кого нам известно, хиба я помню, тех, отдавал только на тех. И вот я решил на этом переиграть его, Сахну. Сроки поджимают, деваться некуда. И вот я, значит, так это решил такую провести с ним игру. Следователем Виктором поделился, говорю, были с ним мы. Да, а тут еще такой эпизод был интересный, да, до этого, вот когда допрашивали мы его, Сахно там говорил, допрашивали, мы сидели в актовом зале, за столом президиума, я со следователем, а Сахно сидел на первом ряду в зале, в актовом зале, в этом управлении. Его допрашивали, у меня, значит, лежали несколько уголовных дел, я так материалы так по Сахно смотрю, так закладываю, выписки делаю для допроса. Следующий туда-сюда.
смотрю, Степан Васильевич, что-то мой повел несколько по-другому. Что такое стал часто закуривать, закурит, недокуренный вперёд идет к нашему, а Пипкин стоял у нас на столе, гасит недокуренный папиросу, а глаз, смотрю, косит на дела. А, думаю, тут я уж понял его волнение, потому что нарочно беру дела, наугад открываю, наугад закладываю, выписки. Вот. Дел он не выдержал. Говорит, я вам говорю всю правду, что знаю, а мы с ним работали как с добросовестным свидетелем, его повез в эту самую Белоруссию. А вы мне не верите, у меня ботинки полные воды. Я говорю, Степан Васильевич, не простуди, смотри. Вот. Ну, допрос закончился. А я с ним, со Степаном Васильевичем, жили мы в разных номерах в гостинице, но я с ним проводил время с утра до поздней ночи, потому что на мне еще лежала охрана его. Были случаи, когда приезжали так и убивали там их подельники. Такое было. И возможность бегства за границу. Когда мы ехали, он в Москве подъезжали, он говорит, а как из этого самого, из посольства выдают или нет? Так, ну там, говорю, после убийства этого самого посла Мирбута тогда, так, мировая война, так, вот, говорю, охраняется, все, вот, и не попадешь туда, все. Когда, значит, уже были в Гродно, а там 17 километров до границы польской, он, значит, туда-сюда. Вот, Леонид Ильич, интересно, вот, ну, там говорили мы много, о Краснове говорили, вот, значит, то, что так и во всем говорили так. Вот, и он говорит, а выдают из-за границы. Я говорю, как это? По инициативе Черчилля в 43-м году на Ялтской конференции Черчилль внес предложение военных преступников выдавать, срок давности не распространяется на их преступления, и, значит, страны обязаны выдать там, где... Вот, говорю, эти самые англичане выдали нам, Краснова выдали нам, так, Шкуро выдали они так, вот, и Краснова повесили, так, между нами, говорят, девочками, как говорил Солженицын, и... за то, что он против большевиков боролся, так, но Краснов, он, его под честное слово, когда он на Питер с Веденичем наступал, его арестовали, но он под честное слово дал, а тогда делали, и кто покушался на Ленина, троих офицеров, под честное слово, потом отпустили, так, вот, и Краснова под честное слово, что он не будет воевать против советской власти, на Дон отпустили, он заявил о выходе Дона из России под протектором Германии. В Белой армии он только с Белой армией он там не служил, а только они сотрудничали, как говорится, союзниками были. И на Дон немцев пригласил, Сахно вызвал, они поэтому пришли в Ростов туда. Немцы, когда уходили, Краснов с ними ушел, и во Вторую войну кем он был, Краснов, в Германии? Начальник главного управления казацких войск гитлеровского вермахта СС. И его эти войска, эти самые, занимались, они на фронте не были, а занимались вот карательной деятельностью, вот они с чем занимались. И уже в 41-м году к Москве, были вы в Москве на улице, сейчас она как Горького, сейчас, как она сейчас, на улице Горького, главное, так? Видели дома громадные, а какие у них эти фасады, цоколи, из красного гранита, громадные, да, плиты. Так откуда красный гранит взялся? Это немцы уже в 41-м году к Москве вот эти красновцы сопровождали эшелоны, пришли к Москве из этого гранита. Привезли гранит для чего? Потому что есть указание, у меня есть цитата Гитлера, говорит,
эту самую капитуляцию Ленинграда и Москвы не принимать. Население, эти города до нас интереса не представляют. Их стереть с лица земли, население уничтожить. И вот на месте уничтоженной Москвы, затопленной над этим водоемом, вот должна была из этих гранитов это обелиск победы Германии должны были поставить. Вот, вот откуда эти гранитные плиты взялись. Так вот, все я бишь, да, и вот, значит, Сахнот говорил, так это в том, значит, вот мы с ним, я его охранял, туда-сюда, вот, значит, вечером были мы с ним, ну, целый день я его не от себя, да, в отношении он Польши говорил, а я говорю, Степан Васильевич, вот помнишь, меня представляли полковнику Гопаку, начальнику контрразведки этого Белостокского округа, поляка. По гражданке одет был, ну, так еще здоровый, с каблучками щелк. Интерес такой мужчина был. Я потом с ним разговаривал, у меня там брат в Белостоке погиб. Вот, я говорю, вот Гопак приезжал к нам. Он говорит, выдают, он, черт, да нет, я имею в виду там не главных преступников, а вот таких, как он, как это самое, Лакуста, да, вот таких. Я говорю, ну вот, Степан Васильевич, и таких вот даже, вот сбежит кто? Не говорю, что ты сбежишь, там 17 километров. Сбежит-то в этом, в Польшу. Так, а поляки... Они особый счет имеют карателям. Эти 118-й батальон принимал участие в сожжении Варшавы. Они, не разбираясь, это у нас, когда мы привлекали к уголовной ответственности, окно нужно было не то, что он принимал участие в Хатыни, это ерунда. Так, не то, что он там из домов выгонял, ерунда. Не то, что загонял в сарай Каминского, ерунда. А то, что ты еще стрелял, сжигал и стрелял. И вот только за это его могли привести к уголовной ответственности. Только за это. Вот. И он это прекрасно. И вот я говорю, вот Гопака видел, вот он сбежит. Так Гопак даже нам выдавать не будет. Они эти самые, служил в батальоне, все, батальон уничтожал Варшаву. И тут же они без всяких расстреляют и все. Поэтому, мол, смысла бежать тебе туда. Понял, прекрасно. Так. И вот мы... Как же вы вскрыли-то его? Вот. И вот, значит, мы были, когда вот в монастыре, вот он, 30 рок минуло, хэбэ, я что помню, были в монастыре, значит, поздно вечером, там, над Днестром, и вот он, значит, читает и переводит мне с польского и немецкого переводы он мне делал. Хотя высшее образование, он 7 классов имел, он с польского, немецкого, память какая, думаю, ну, в памяти, Степан Васильевич. Вот он говорит, Леонид Георгиевич, вы можете не говорить. Вот несколько дней прошло, он молчал. Говорит, что там по делам, кто на меня показывает, скажите только одно. Есть ли что у меня руки в крови или нет? Я говорю, Степан Васильевич, это ты знаешь лучше кого бы то ни было. Вот, лучше кого ни было. А... Он говорит, поэтому что показывает? А вот что ты знаешь? Он говорит, вот вы мне не верите, у меня опять полтинник полной воды, мне еще на фронте особист, этот самый майор ТТ пристрелял колбу, требуя какие-то признания. А я 30 лет, хиба я помню. Я говорю, Степан Васильевич, а вот на ношение, говорю, ботинок, ты верно подметил, говорю. Вот детектор лжи, знаешь? А к чему это? Вот говорю, принцип детектора лжи – измерение потоотделения. Испытываем, говорит, правду – ноги сухие. Говорит неправду – полные воды. Ботинки полной воды. Степан Васильевич, есть, а ты меня спросишь, что, не говоря кто чего,
Этот спонсорист толкает меня на уголовное преступление. Разглашение данных в следствии. Статья 127 Уголовного кодекса. Санкция 3 года лишения свободы. Но как бывший работник трибунала, он знал об этом, скажу тебе, что никто с мокрыми ногами, как говорится, и никого ни к добру не пришел, говорю. Ну и вот так это. И вот мы тогда, вот, значит, так вот мы расстались. Потом вот он позже, когда в отношении, и я рассказал, как вот я были, мы уже с ним в кирхе, как я решил провернуть это самое, его поймать на то, что он дает показания только на кого мы не знаем. И вот в кирхе мы были. Там, значит, вечером я так про себя пробубнил. Да, проклятущие Кнап с Лозинским, как в воду канули. Да уж, наверное, в лучший мир отошли. Он с охной и бровью не повел, как будто я не слышал. Ну, все, расстались. Я, значит, следователю. И думаю, говорю, Виктор, давай так, говорю. И чтобы он же анализировал буквально каждое слово, анализировал и слушал. Вот, поэтому, говорю, чтобы он не связал мои мысли вслух о Кнапе Лозинском, допрос проведешь без меня. Так, вот, когда будет спрашивать о Кнапе Лозинском, без меня. Ну вот я договорился, обговорил тактику допроса, и я, в кавычках, выехал из Гродно. Ну, на допросе Сахно дал показания, и Кнапа Лозинского, те тоже раньше допрашивались, вызывались, и тоже 30 років минуло, хиба что помню, их по показаниям Сахно взяли под стражу. Ну, и взяли под стражу, и они на Сахно уже, как говорится, дали показания. И вот они дали показания на него, мы решили Сахно пока не брать. Вот уже прошло сколько времени, уже в неслужебной обстановке. Он говорит, Леонид Георгиевич, я, говорит, я 30 лет жил как человек в футляре. И прекрасно понимал, что я покажу, на меня покажут. Я не покажу, на меня не покажут. Памятников возвели, отвечать надо. Пусть только следователь занесет протокол о моей явке с повинной. Я говорю, Степан Васильевич, а вот 23 марта, какую сожгли деревню. Вот. Он так на меня посмотрел. Да, Леонид Георгиевич, что была Хатынь. Вы были правы. Так голову опустил. Вы были правы. Это забыть невозможно. Огонь, клубы дыма, стенание, из костра сарая выскакивают объятые пламенем женщины, дети, их стреляют. Нет, это передать, забыть, залить водкой нельзя. Волосы становились дыбом. Да что, говорит, Хатынь, они у нас каждый день были. Вот, и потом уже давал, уже когда его на следующий день давал показания, тут он дал развернутые показания. И интересно то, что Кнапе Лозинским, именно он с ними с трех домов, совпадение, говорят, на Кнапе Лозинском с ним сыграл, и именно с Кнапом Лозинским он из трех домов в Хатыни выгонял. Вот, но тут мы показания эти развернутые приобщили к уголовному делу по расстрелу старосты и провели очные ставки с теми обвиняемыми по делу. Запомнился там Лакуста, западенец с седой гривой. Ему дали ознакомиться с показаниями Сахно, он прочитал совершенно спокойно. Да, я стрелял и за вами, суками, следил, как вы. Ты же, сука, из ручника полыв. Ручной пулемет Дегтярева. Шо я не бачил? А узади немцы стояли, дивились.
дальше там, пожалуйста, допрос, все. И вот значит, в этот день, на другой, на день этот, после допроса, я пришел к нему в гостиницу, потому что зампрокурора области говорит, я еще сам хочу еще передать санкцию на арест, сам еще его хочу опросить. Уже было написано постановление на арест, все. Но я пришел к нему в гостиницу, в номер. Потом Степан Васильевич сидит и над книжкой застал, и какой вы думаете, нашей управленческой «Фронт без линии фронта». Чекистской. Я говорю, ну, Степанович, пойдем. Пришли в управление, кабинет, зампрокурора сидит. Вот, ну, рассказывайте. Вот он, у него же мандраж уже, нога, нога на ноге. Ну, он все показал, как все был, так и так. Тут санкцию дал. Значит, ну, так формально я ему обыск произвел, там все. И, значит, на этом я, значит, из Белоруссии в Москву. И в Москве как раз приехал в субботу, успел попасть на театр «Современник» был на площади Маяковского туда. И потом еще филиал хотел попасть в Большой театр. У меня там купили, бросили в другой театр. Все, посмотрим. Вот так вот. И так закончил. Да. И вот на разрешение тех четверых. Вот Лакус, там, это Лакус был его командир взвода. Так, там такая у них система была. Командир батальона немец, командир этого самого, этого дублера его. Да, и на чем-то мы, вот я упустил, на чем его выходил, то на этого совсем забыл, это, на Сахно. По трофейному документу смотрел, то, ну там один попался, был футболист. Немец давал показания по старым уголовным делам. Немец давал показания, что вот он не знает ни номер батальона, ничего. Но вот, значит, был футболист, 9-й номер играл, так? Вот он отличался таким, значит, в этих операциях. Другой показал, тоже, вот я не знаю, тоже футболист, но привез его. Он был, значит, не в батальоне Дирлевангера, назывался батальон Нерон, это была дивизия Дирлевангера, немца, там уголовники немцы были, вот, и сам Дирлевангер был бывший уголовник, он торговал евреями в лагерях в Германии, так, вот, Дирлевангер, там тоже это был эсэсовский, вот они вместе, эти батальоны принимали участие, и в Хатыни тоже те выезжали, но здесь 118-й, вот, показания. И вот я, значит, так с Степаном Васильевичем сидим, завел речь о футболе, помню, мы в кафе, в ресторане были, Беларусь. И он говорит, Ленич, можно я 100 грамм? Я говорю, пей, я не пью, он там, значит. И вот тут говорит, вот я не могу тут пищу, вот эти, что руками делается, так? Они жена готовит, я брезгую. Я думаю, как ты потом будешь в тюрьме кушать? Не знаю, так? И вот я о футболе завел, туда-сюда, вот, значит, а Хусаина, и так там, вот, и вот, значит, Хусаина, там, девятка, там, это самое, это, Гулевский, девятка, проходы его, тут, значит, там, это, Блохина вспомнили. Я говорю, я сам в защите играл в институте, а я это играл в нападении. Я говорю, ну да, говорю, заливай, на фронте. Да нет, когда мы в батальоне служил, у нас команда была, мы играли с другими батальонами. Ага. Ну, значит, все, 9-й. Но в каком батальоне? Так, и вот я тогда завел, значит, разговор как-то, да, помню, опять разговор другой раз о футболе. Я говорю, вот, значит, опять вспомнили, вот, Блохин, Блоха, Гуля, Гулевский. Мы, вот я говорю, забыл, как у Мурзина, 3-й номер. Мурза, говорит, это у всех у нас кликуха была, говорит, с окна. У меня тоже была. Говорит, попробуйте угадать. Я говорю, ну что же, Блохин, Блоха, Гуля, Гулевский.
Ну, Сахно, Махно. Ну, говорю, что-то в этом роде. Нет, в самую точку угадали, Махно. Я говорю, да. Нестор Иванович, говорю, был незаурядный личность, неоднозначен. Я говорю, читал его мемуары? Говорит, нет, заинтересовало. Так вот, когда белые наступали, Антон Вовсенко был командующим фронтом, дал команду вывести из поместий хлеб в голодающую Питер и Москву. Между прочим, он дал эту команду моему отцу. Вот. Вот. Вот дал команду вывести. И вот, это я не говорил-то об этом, сейчас вам сказал. Вот он вывести. И вот, значит, был в своем отряд такой интернациональный. Вошла, значит, полусотня махновцев и латышские стрелки. И вот этот хлеб изымали из меня, вывозили. Вот последний эшелон, 10-й, уже вывозили с боем. Его чуть отца не схватили. Так, с боем. И говорю, и, ну, за пулеметом сидел, как, за пулеметом, ну, где эти мешки слева, был командир, это самое, командир этого отряда, бывший поручик, кавалер ордена Георгия Победоносца и солдатского Георгиевского креста. А тогда временный правительство был учрежден орден солдатского Георгиевского креста. Носился этот орден, говорю, выше всех орденов, вслед за орденом Георгия Победоносца, путать не надо. Орден Георгия Победоносца и Георгиевские кресты – это вещи совершенно различные. Ну, Сахно заинтересовался, чем отличается? Я говорю, вот так. А, тогда у нашего командира был офицерский Георгиевский крест. А мне там дали вышло, они не знали, кто. А что был этот футболист был, и дублер, командир был, подполковник Белой армии с Георгиевским крестом. Офицерским. А, значит, у него был, у бляка нашего был офицерский. Вот. Тут я, ну, это думаю, совпало, это, думаю, все он. А почему тут это было важно? Потому что в батальоне Дирлевангера служил футболист Сахно Семен. Земляк его. И тоже футболист. Вот надо было... Он любое время мог скрыться. А тот был уже... В свое время он батальон Дереванова, был, расстрела его не было. Так? Вот он в любое время мог уйти за это. Футболист, так и все. Вот когда вот он сказал, что вот у нас... Ну, я ему, конечно, скрыл, что это в материалах, в мемуарах Сахно этого, Махно этого нет. Что это мне отец рассказывал. Так вот он вывозил хлеб, как его встретил Махно. Махно встретил. Пожал руку, на вагонах написал питерскому пролетариату от батьки Махно. И вот под таким лозунгом этот эшелон, 10-й эшелон с хлебом ушел в Питер. Вот так были события. Спасибо.